Эта встреча подарила интересное открытие. Всматриваясь и знакомясь с рисунком, обратила внимание, что звездная надпись на небосводе, она отражается на земле внизу, и каждое слово отражается по-разному. Слово «сказка» отражается в реке. Это может быть река жизни или река событий, как подарок неба и как подсказка, что каждое событие в жизни может быть сказочным. А вот слово «морская» воплотилось в открытку со знакомыми и любимейшими героями, обрело совершенно конкретное очертание и такой знакомый и любимый сюжет, как пример тому, что мечты звездные, высокие, чистые, обязательно воплощаются, если в них вкладывается труд. И вот сама открытка с ее такими трудолюбивыми сказочными прописями, с возможностью раскрасить ее в соответствии с видеотекстом, а именно так хочется это сделать. Небо мудро-фиолетовое со светящимися звездами, а весь остальной сюжет так, как предлагает радужная палитра в завершении фильма. И сама открытка вместе с другими приложениями к комплекту раскраска, открытки с текстом песни, гитарный аккомпанемент, учебный фильм, они так заботливо создают сказочные возможности для реализации предложения сказочника, а может, вместе –